Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, в начале ролика я приглашаю вас полюбоваться вот этой зимней сказкой. На улице пасмурно, но вы посмотрите, как красиво. В Москву наконец-то пришла зима. Сейчас выберу момент, где у меня не запотевшие окна. Наверное, пожалуй, вот здесь. Посмотрите на эту зимнюю сказку. Просто красота. Это волшебство природы. Ну, а сегодня я хочу вам показать результаты своей работы. Сказать свое впечатление на текущий момент. Теперь я буду все время подчеркивать эту фразу. По пряже Билсаида Мини. И сегодня покажу, все-таки покажу, как же вяжется этот узор. Я в прошлом видео на словах вам рассказывала. Но, видимо, очень много начинающих вязальщиц. И они, возможно, меня не поняли, потому что был комментарий, и я поняла, что нужно это показать, потому что восприятие у всех разное, и мне как бы несложно это сделать, потому что рисунок на самом деле, узор очень простой и очень эффектный. Посмотрите, какую громадину я уже отвязала. Это буквально за 2 дня получается. То есть вчера я вам показала, у меня было отвязано 10 сантиметров. И посмотрите, как продвинулся мой процесс. Эту пряжу не хочется выпускать из рук. И хочу напомнить вам, мои хорошие, что эта пряжа итальянская. Билсаида Мини называется. И у вас есть 5% скидка до 26 февраля этого года в интернет-магазине «Пряжа Су», который, в принципе, и является спонсором этой пряжи, за что я очень-очень благодарна вам, интернет-магазин «Пряжа Су». И в конкретном случае Валентина, это менеджер, с которой я общаюсь. Валечка, большое спасибо за такую пряжу. Итак, мои впечатления. Это та пряжа, которую я хочу еще заказать. Это просто что-то неимоверное. Это шелковистость, это лоск, это шик и это воздушность. У меня вчера была в гостях дочь, и я ей показала вот этот свой процесс. Она когда увидела и говорит: «Ой, как мощно, как богато смотрится полотно». Но когда я это полотно приподняла, ну, то есть она сказала, что оно тяжелое. Девочки, это воздушность. Вот посмотрите. Это пушок-пушок. Это легкость. Она говорит, как обманчиво. То есть смотрится в полотне очень такое тяжелое полотно, но на самом деле оно легкое. Расход минимальный. Значит, я отвязала сейчас второй моточек. Сейчас покажу, что у меня от этого мотка осталось. Ну, в общем, это 100 грамм. Давайте будем считать, что это 100 грамм пряжи. Значит, в ширину составляет 60 сантиметров. И высота, значит, будет где-то около 60 сантиметров. То есть такой квадрат. Значит, я замерила, когда отвязала 50 сантиметров полотна, получилось где-то 28 сантиметров. Это вот я имею в виду верх, высота полотна. То есть такой квадрат получается. Ну что там, 28, 28, 56, но практически 60 сантиметров. Я думаю, что ну, как бы по мере продвижения погрешность будет увеличиваться в сторону большего числа. Итак, вчера меня тоже испугал один комментарий. Девушка написала мне, что, ну, она прослушала, видимо, мой ролик, где я говорю, что пряжа не меняет
свою форму после ВТО, и она сказала, что она тоже вязала патентной резинкой, хотя здесь не совсем патентная резинка, здесь всего одна пышная лицевая. Это даже не английская резинка. Так вот, она сказала, что с малым образцом у нее все было хорошо, но когда она связала полотно, полотно очень сильно растянулось и увеличилось в размерах. Я вчера, прочитав этот комментарий, немножко так это призадумалась. И что я сделала? Я побрызгала это полотно из распылителя обычной водой. Вы видите, вот стало такое приплюснутое. Ну, практически намочила. Не то, что просто так вот слегка побрызгала, а практически намочила. И полотно не изменило форму. Вот то, что я провязала, вот вы видите, где была обработка вот эта из распылителя водой. А вот здесь вот этой обработки нет. Ой, ну посмотрите, какая красота, какая воздушность и нежность. Там дворник чистит дорожки, ну, понятное дело, снегопад. Так что, если слышите вот эти звуки, это дворник. Так что, мои хорошие, не стоит, я думаю, переживать с этой пряжей, что она сильно вытянется. На мой взгляд, с ней ничего не произойдет. Хотя здесь 64% вискозы. Я еще какой вывод сделала по поводу этой пряжи? Вот делюсь просто своими впечатлениями. Да, большой процент вискозы. Вискоза, как мы знаем, деформируется, слишком вытягивается и меняет полотно. Но это в том случае, если это вискоза с шерстью. То есть и шерсть тяжелая, и вискоза тяжелая. Две тяжелые ниточки. Поэтому, на мой взгляд, получается вот такой эффект. А вот когда вот такая нежно-нежная альпака, практически махеровая, очень тоненькая ниточка, вот вы видите сейчас вот этот неимоверно красивый пушок и вискоза, то есть легкая ниточка и тяжелая ниточка. И, естественно, тогда полотно не вытягивается. Вот это то такое редкое, очень классное сочетание, когда большой процент вискозы и вторая ниточка альпака и мериносовая шерсть очень нежная и тонкая. И нет вот этого эффекта, когда деформируется слишком полотно. Я эту пряжу буду покупать еще. И это я уже говорю вот уже точно и со 100% уверенностью, потому что я уже чувствую, я вижу это. Я знаю, что это не будет, если будут катыши, то они будут легко сниматься, хотя я не уверена. Но я очень довольна этой пряжей. Так, теперь по поводу узора. Узор очень легкий и очень эффектный. И еще он универсальный, он подойдет как для мужских джемперов. Я вот именно таким узором хочу Леше джемпер связать, так и для женских. Выглядит вот так вот потрясающе красиво, похоже на резинку 2х2 с обратной стороны. И а вот с лицевой стороны похож на английскую резинку. Но это не английская резинка. Этот узор лучше держит форму, потому что здесь всего одна вот эта патентная, так скажем, вытянутая петля, вот вы ее видите, эту дорожку лицевая, она всего одна единственная. По изнанке нет этих петель, и по лицу только одна единственная вот эта вытянутая петля. Это нам дает более, так скажем, устойчивый узор, который не вытягивается. Возможно, еще и в этом причина, то, что полотно не деформируется, как в английской резинке. И еще такой узор не забирает много пряжи. Выглядит как английская резинка, вы уже видите, но это совершенно другое. И подойдет и для кардиганов, да, даже и для шарфиков подойдет. И я теперь уже на 200% уверена, что у меня даже останется пряжа. Напомню, что у меня 500 грамм этой пряжи. И я все боялась, и вот почему и выбрала такой узор, что если вдруг не хватит, я превращу либо в жилет, либо в широкий палантин. Но, судя по расходу, уже у меня 60 сантиметров вверх, и это всего ушло 100 грамм пряжи. То есть спинка 100 грамм,
пусть даже перед 100 грамм, это 200 грамм, ну и пусть рукава 150 грамм, это 350 грамм. Я так рассчитываю, что у меня 150 грамм этой пряжи останется, я еще свяжу красивейший шарф к этому джемперу, потому что шарф или снуд, потому что джемпер будет вязаться с V-образным вырезом горловины, и чтобы утеплиться, конечно же, можно связать сюда снуд, и получится вот такой тандем. Напомню, что эта пряжа, значит, артикул 86-641, 50 грамм, 175 метров. Девочки, покупайте, расход минимальный, а поэтому такая, на первый взгляд, дорогая пряжа, на самом деле, покажется вам дешевой, ну, в том плане, что небольшой расход, поэтому, ну, купить этой пряжи нужно совсем чуток, даже на мой размер 50. Вот я говорю, наверное, 350 грамм займет весь мой свитер, потому что спинка составила 100 грамм. Причем такой, я хочу, знаете, как сделать джемпер. Во-первых, здесь очень хорошо смотрится, опять же, моя кромочная с накидом. Скорее всего, буду делать швы наружу. И у меня спинка будет длиннее переда. Ну, то есть, я не буду это делать с эффектом ростка, как это вы понимаете, да? А будет просто вот такая лесенка. То есть, перед будет короче, вот так вот здесь. Скорее всего, может быть, даже разрез сделаю. То есть, перед будет короче спинки. Вот такая моя задумка. Ну вот, поговорила, опять наболтала. Может быть, кто-то сейчас скажет, ой, одна вода. Не смотрите тогда мои видео, потому что, на мой взгляд, информация для кого-то вода, а для кого-то полезная. Во всяком случае, вы видите мое полотно. Вы можете уже сделать выводы, как оно тянется, не тянется, и прикинуть по расходу пряжи, потому что я уже вижу, что расход будет минимальный. Ну, а сейчас покажу вам все-таки, как вяжется вот этот красивый узор. Кстати, вот хотела вам показать, что осталось от вторых 50 граммов. Ну, то есть 60 на 60, наверное, такой квадрат у меня получится. Итак, число петель равняется кратно 3. Начинаем вязать первый ряд. Считайте, что это ваш первый ряд. С изнанки. Первую кромочную я снимаю. Первую петлю после кромочной изнаночная. Вторая петля. В смысле 2 лицевые. Обычные петли. С изнанки вяжем просто все обычные петли. То есть начинаем с одной изнаночной, 2 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые. Мне еще вчера задали вопрос, а вы вяжете восточным методом, а как эту пышную петельку вязать? Девочки, вяжите вашим методом, которым вы вяжете. Не ориентируйтесь, если вы не вяжете восточным методом, вяжите вашим методом. Главное, чтобы вы вязали, если вы вяжете бабушкины петли, значит, вяжите бабушкины петли. Если вы вяжете восточные петли, значит, все петли восточные. Классические, все петли классические. Сейчас проверю, что я тут навязала за разговором. Все правильно. Так, значит, одна изнаночная была. 2 лицевые. Итак, вяжем до конца ряда. То есть первая изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. Тем способом, который вяжете вы. Потому что не все вяжут восточным способом, как я. Хотя попробуйте, возможно, вам понравится. Но я не настаиваю на том, чтобы вы вязали именно так, как вяжу я. Мы все разные. Вязание должно нам доставлять удовольствие. И если вы привыкли к вашему методу, и он вас устраивает, у вас получаются ровные петли, ровное полотно, вяжите, пожалуйста, так, как вяжете вы. Итак, надеюсь, это понятно. Значит, число петель
кратно 3. Ну, получится так, что кратно 3. 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Если у вас вязание по кругу, тогда, конечно, вы вяжете, не добавляете вот эту петлю для симметрии и не добавляете кромочную. То есть набираете количество петель. Одна петля у вас пойдет для замыкания в круг. Обратите на это внимание. А дальше должно равняться количество петель кратное 3. Так, сейчас еще раз себя проверю, а то опять чего-нибудь навяжу, а потом все распускать. Так что, значит, вяжем до конца ряда. Я сейчас провяжу и покажу вам, как вяжется уже второй ряд. Здесь всего 2 ряда. Итак, я дохожу, практически дошла до конца ряда. Сейчас еще раз покажу вам вот эту свою красивую кромочную. Так, что у нас здесь? Изнаночная и моя кромочная. Вот она, кромочная, это накид от нее. Я провязываю единственную эту петлю, так скажем, лицевой классической. Вот получается вот такой край. Все, довязали. Переворачиваем вязание, второй ряд узора. Вязать, кстати, можно по кругу, но по кругу будьте внимательны. То есть вы должны чередовать по кругу ряд вот с этой пышной петлей лицевой, ряд просто по рисунку, то есть обычные петли, лицевая, изнаночная. По кругу вязать сложнее, дабы не запутаться, кто начинающий не понимает, как выглядит провязанная вот эта пышная петля, поэтому лучше потренируйтесь, начинающие, пока вот обратно поворотными рядами. Итак, первую петлю я снимаю с накидом, обратите внимание, накид за петлей. Дальше вот идет вот эта вот лицевая пышная. Как мы ее провязываем? Не вот сюда вдеваем, а вот хорошо видно на фоне, на ряд ниже, и провязываем лицевой. А дальше идут 2 изнаночные. Изнаночные обычные петли. Опять лицевую провязываем пышную, то есть входим в петлю на ряд, провязанную на ряд ниже. 2 изнаночные. Опять в петлю на ряд ниже. 2 изнаночные. Вот, в принципе, и весь этот узор. Ничего сложного здесь абсолютно нет. Вяжется на раз, два. Главное не запутаться и не забыть, что у вас с лицевой стороны вот эта лицевая как раз петля, она провязывается на ряд ниже. Я ее называю еще пышная лицевая. Вот так вот и вяжем. Определяйтесь, где у вас лицо, и не забывайте про вот эту пышную петлю. Узор очень-очень простой и держащий форму. Он лучше, чем английская резинка, на мой взгляд, потому что он более устойчивый, меньше тянется, и на такой узор, поверьте, пряжи идет гораздо меньше. Ну, а с такой пряжи, как вот Билсаида, в 175 метров на 50 грамм, то получается очень-очень маленький расход. Поэтому я рекомендую вам эту пряжу. Ну, вот так вяжем до конца ряда. Посмотрите, какая прелесть и какая красота. То есть красота в простоте. Хочу ответить еще на один комментарий, вот как бы за вязанием. Очень часто мне задают вопрос по поводу пряжи «Шелковый блеск». Елена, где ее можно купить или чем заменить? Уже устала уставать. Уже устала уставать. Уже устала отвечать, что эта пряжа, к сожалению, не выпускается Троицкой фабрикой. Ее сняли с производства. Причину я не знаю. Кто-то там звонил и ответили, что
не пользуется популярностью. Очень-очень мне это жаль, потому что пряжа на самом деле шикарная. Еще второй слух я слышала, что якобы эту пряжу производство возобновят в марте этого года. Я очень буду надеяться на это. А теперь чем заменить? Девочки, я не знаю, чем ее заменить, потому что метраж пряжи 400 метров. Это очень тоненькая пряжа на 100 грамм. И она чистая вискоза. Я сейчас покажу вам пряжу, чтобы вы понимали вот именно шелковый блеск. И ту пряжу, которую я вам, ну как бы, попытаюсь порекомендовать. Но эта пряжа совершенно другая. Если вы хотите вот добиться, вот я добавляю этот шелковый блеск, чтобы добиться вот этого лоска, блеска, да. Если вы хотите такой эффект, то та пряжа, которую я вам сейчас покажу, она подойдет. Но не более того. Во-первых, она толще, и там вообще совершенно другой состав. Там, по-моему, хлопок и вискоза. Поэтому аналог шелкового блеска я, увы, к сожалению, не знаю. Я еще раз повторю, я буду надеяться, что все-таки возобновят производство этой прекрасной пряжи. Ну, я думаю, с узором понятно. Сейчас пойду возьму эту пряжу и покажу вам и шелковый блеск, и ту пряжу, которую я вам, ну, как бы рекомендую. Хотя это совершенно другое. Если у кого-то из моих подписчиков, ну, кто-то уже попробовал заменить эту пряжу, пожалуйста, отзовитесь, напишите, чем вы заменяете шелковый блеск. Так, ну вот дошли до конца ряда. Вот она, эта кромочная с накидом. Вот я ее провязываю петлю и накид вместе. Итак, сейчас покажу то, о чем я говорю. Итак, вот пряжа шелковый блеск. Вот это я вообще, я не знаю, я ее даже не 2 года назад купила. Троицкая фабрика, 400 метров на 100 грамм, 100% лиоцель. Что такое лиоцель? Это вытяжка из эвкалипта. Терракот оттенок. Посмотрите на эту ниточку. Очень-очень тоненькая и мягкая. Но сейчас вот нет солнца, она не блестит. А вообще на самом деле пряжа очень блестящая. Вы видели мои изделия из этой пряжи. И как она выглядит, ну, когда ее с чем-то мешаешь. Очень красивая пряжа. Я жалею, что ее сняли с производства. Вот чем я вам предлагаю ее заменить. Вот эта пряжа тоже блестящая. Троицкая, Семеновская Softness, по-моему, так называется. Зайдете на Семеновскую фабрику. Есть у них тоже магазин, и можно посмотреть эту пряжу. Ну вот, для сравнения, если сравнивать, у меня, к сожалению, нет этикетки, но вы можете набрать в интернете, посмотреть Softness и посмотреть, какой у нее метраж. Конечно же, эта пряжа толще. Видите, да? Я не знаю, какой у нее метраж, она толще. Но по мягкости и какое красивое полотно из нее получается, я вам сейчас покажу шапку. У меня есть шапка, связанная из этой пряжи, я вам ее покажу. И вторая, тоже Семеновская, тоже, вот видите, такой легкий меланж. Это пряжа Ирина. По-моему, Ирина толще, плотнее вот этой Softness. То есть видно, что ниточка Ирины, по-моему, немножко толще. Опять же, я могу ошибаться. Наберете в интернете, посмотрите метраж Ирины и вот этой Softness. К сожалению, я пока не знаю. Есть еще какая-то Пихорская. Мне кто-то писал, что вот вискоза Пихорская. Я не знаю, как она называется. Очень буду благодарна моим подписчикам, которые знают об этой пряже. Напишите, потому что вопрос злободневный. Вопрос очень частый на моем канале. И я даже не знаю, как вам ответить на него. Но вот, чтобы дать аналог вот этому шелковому блеску. Вот я вам показываю эти пряжи.
посмотрите, насколько это аналог или нет. Во всяком случае, вы можете купить моточек и попробовать. Но вот эта пряжа мне очень-очень нравится. Сейчас покажу вам шапку, связанную из этой пряжи. Достала шапку и наткнулась на пальто. Шапка вязалась к этому пальто моему переделанному. Прямо ностальгия, девочки. Это то, с чего я начинала свой канал «Ирландское кружево». Вот так вот я украшала свое пальто. В общем, сегодня такое влоговое видео. И с ностальгией, да? Ностальгически влоговое. Вот она моя сеточка с бусинками. Уже и пальто на меня это не налезает. И вот она, эта шапка. Тоже к этому пальто. Шапка связана вот именно из, по-моему, пряжа Soft Nest. Вот посмотрите, как это блестит. Тогда я вязала только крючком. Шапка связана обычными столбиками, без накида. И вот с таким а-ля, ну, как бы это по идее Светланы Волкодав. У нее есть такая и шапка, и такое пальто. И вот я тоже связала такую шапочку. Вот она, эта пряжа. Вот посмотрите, как она выглядит в крючковом полотне. В спицах она будет выглядеть значительно, ну, нежнее, тоньше. Крючок, конечно же, добавляет объема. Это мы все знаем. Более грубое полотно. Все это понятно. Но я вам показываю, чтобы вы понимали, это есть аналог этой пряжи или нет. Потому что, девочки, честное слово, я не знаю, что вам показать. Как говорится, опять моя любимая фраза: думайте сами, решайте сами. Я вам показала эту пряжу. Да вот она, кстати. Вот именно прям из этой пряжи была связана шапка. Вот она. Вот вы видите. Мне кажется, если взять вот эту пряжу, то больше ничего и мешать не надо. Если вязать спицами. Пряжа позволит. Не знаю, как удобно будет вязать спицами по поводу вот скрутки нитки. Короче, девочки, показала, поделилась, поностальгировала немножко. Купите моточек этой пряжи, и вы сами все поймете. Потому что мое мнение — это только мое мнение. У вас сложится свое мнение на этот счет. Все, мои хорошие, еще раз покажу вам эту сказку. Посмотрите на эту сказку за окном. Снег усиливается, дворники не успевают чистить дорожки. Ну вот такая зимняя сказка за окошком. Радуйтесь таким моментам. Постарайтесь их всегда заметить, потому что это ваша благодарность, которую вы посылаете природе. И вот это ничем не завуалированная ваша благодарность, она обязательно услышится природой и, как говорится, вам вернется в стократном размере. Это не пустые слова, это проверено жизнью. Так что радуйтесь от всей души, радуйтесь всем сердцем вот таким моментом и благодарите природу и жизнь, что даровано вам на этой земле. Ну, а я на этой вот возвышенной ноте буду с вами прощаться. Я вас всех очень-очень люблю. Ненадолго. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.